в июле 2021 года заключен уже первый контракт на строительство первых 16 площадок в Петропавловске-Камчатском. В настоящий момент также в стадии заключения второй контракт, он будет заключен до 9 августа на 27 детских площадок. Таким образом, у нас определился уже подрядчик, и мы можем приступать, уже приступили на 13 площадках к выполнению работ. Если посчитать и прибавить 16 плюс 27, до 50 площадок у нас не хватает 7. Это не значит, что они не будут сделаны. Просто вы, наверное, все знаете, в процессе того, как подготавливались проекты, существенно очень выросли затраты на строительные материалы. В связи с этим в 250 миллионов рублей мы не уложились, исходя из тех предложений, которые были одобрены жителями. Но ввиду того, что жителям действительно обещали, они уже видели, как должно быть благоустроено площадки у них во дворах, поэтому совместно с краевыми властями мы изыскали возможность и добавили еще необходимые средства для строительства оставшихся 7 площадок. В ближайшее время, на следующей неделе, мы разместим соответствующую документацию, и в этом году все 50 площадок будут построены.